после капремонта. Карбюраторе работает, крани закрыли уже. Просто опять вот видишь, настоящая Honda, да? Иероглифы китайские. Чего? Ну иероглиф, видишь. А что делал, что это китайские, а не японские? Японские, да, могут быть. Сань, тут вот, если прочитаешь, он Honda. Ну я знаю, что это оригинал. Просто вот я там, к тому, что. Вот тому... Там маркировка. Здесь ты сюда сам знаешь, что это действительно Honda. Я ее вскрыл. Я знаю, что это. Не, я к тому, что я стал обращать внимание, что на хороших вещах иероглифы стоят.